В Курсантском сквере на улице Труда областного центра может появиться памятник воинам, погибшим в мирное время. С таким предложением в горадминистрацию обратился Комитет солдатских матерей России по Владимирской области. Вопрос обсудили на Комитете по градостроительству, земельным отношениям и архитектуре Совета народных депутатов. В соответствии с проектным предложением памятник представляет собой трехчастную композицию. Основной элемент – это плита с рельефом солдата, центральная плита символически изображает крест. Расколотый сплит – это напоминание о сбравшейся жизни. Общая высота композиции 2 метра. Основной подход к памятнику будет осуществляться со стороны улицы Лермонтова. Отмечается, что Курсантский сквер будет дополнительно озеленен, а ухаживать за памятником станут курсанты юридического института. Депутаты подчеркнули, городские средства на установку монумента тратить не придется, все деньги идут из рук спонсоров. Памятник воинам уже изготовлен, осталось дождаться даты его установки. Предварительно монументальная композиция в Курсантском сквере появится в День матери, 26 ноября.